Итак, всякий, кто слышал эти мои заповеди, не сердиться, не распутничать, не клясться, не противиться злу, не различать свой народ от чужих, слышит эти заповеди и исполняет их, тот, как разумный человек, строит дом свой на камне, и дом его устоит против всех бурь. А тот, кто слышит эти заповеди мои и не исполняет их, тот, как глупый человек, строит дом на песке. Как придет буря, так и завалит дом, и все погибнет. И весь народ удивлялся на это учение, потому что учение Иисуса было совсем другое, чем учение православных законников. Православные законники учили закону, которому надо повиноваться, а Иисус учил, что все люди свободны. И на Иисусе Христе исполнилось пророчество Исаии. То, что люди, жившие во тьме, во мраке смерти, увидали свет жизни, и что тот, кто принес этот свет правды, не сделает никакого насилия и вреда людям, что он кроток и смирен, что он для того, чтобы внести правду в мир, не спорит, не кричит, что громкого голоса его не слыхать, что он не переживет соломинки и ночника не задует, и что все надежды людей на учение его.